вы смотрите канал «Улицу Москвы». Мы продолжаем прогулки по Пресненскому району, по тем улицам и переулкам, которые мы до этого пропустили, бывав здесь ранее. А таких осталось очень немного. И вот один из них – это Прокудинский переулок, протяженностью 100 метров, располагающийся между улицами Замаренова и Большим Предтеченским переулком, и протяженностью всего лишь 100 метров. Сейчас мы пойдем в направлении улицы Замаренова. Ну, переулочек назван в 19 веке по фамилии домовладельца Прокудина. Собственно, вот все, что можно рассказать про этот небольшой переулочек. Вот. Здесь недалеко даже улица Красная Пресня, она вон за улицей Замаренова. Прокудинский переулок примыкает к улице Замаренова несколько западнее, чем Пресненский переулок. Так. Ну, Пресненский идет в другую сторону. На север, а не на юг. Ну, возможно, кстати, и бывали, я просто не нашел. Вот где-то я помню этот номер дома. Точнее, название переулка на доме. Вышли на улицу Замаренова. Как видите, здесь уже снята троллейбусная контактная сеть. Туда, к станции метро Краснопресненская. Ну, а обратно будет метро улица 1905 года. Перейдем тогда улицу Замаренова. Перейдем улицу Замаренова тогда. Так, а мне нужно... Понятно. О, переулочек маленький совсем. В сторону Красной Пресни. Это уже дорожка не относится к Прокудинскому переулку. Так, вот выходим на улицу Красной Пресня. Еще, по моим данным, мы в Пресненском районе не были, в Хилковом тупике и Вознесецком проезде. Ну, тоже совсем маленькие эти улочки, там менее 100 метров, там, или 100 с небольшим. В общем, сейчас поедем с остановочки. Но пока можно взглянуть на улицу Красная Пресня. Оживленная. Считается вообще вот начальной частью вылетной магистрали такой, как Краснопресненский проспект, включающий в себя далее Звенигородское шоссе, улицу Мневники и проспект Маршала Жукова. На этой улице мы бывали даже неоднократно. Один раз вот где-то здесь, а еще раз ближе к станции метро Баррикадная и к зоопарку.